Контрольный пункт пропуска «Майорская» попал под обстрел. Это произошло накануне перед закрытием блокпоста. В серой зоне находилось около 20 машин, сообщают в штабе АТО. В целях безопасности пограничники остановили пропуск и эвакуировали людей. Пострадавших нет. После закрытия КПВВ порядка 10-15 машин осталось в серой зоне. Остались люди, остались женщины, дети. Женщин, детей спрятали в блиндаж. Остальным старались там присесть, прятаться за машины.